Всем привет, вы на канале Temp of Play, на связи Игорь, продолжаем играть в Far Cry 6. Полно работы. Всего одно шоу, Пауло. Надо пилить демку. Брат Хави из «Свободы слова» выбьет нам контракт. Контракт с американцами? Ну капец просто! Сальвасьон! Что тут у вас? Есть тема с шоу первым после бегства из Эсперанцы, а Пауло тупит. А чё? Маркеса грохнет нас. Но я уже нарисовал логотипы. Не ты, а я. И зебру украл, и со священником этим стрёмным тёр. Нет уж, пилите своё шоу. Священником? Ну ладно. Один трек. О, Миамор, затрахать бы тебя в усмерть, но надо готовиться. Пакуй барахло. Дани, мне нравится, что ты смело говоришь правду. Ты о чем, Бичо? Надо зачистить Маркесин центр пропаганды, чтобы установить оборудование. Ну, то есть, тебе надо. Ну и чуть-чуть мне. Нам двоим. Ясно. Освободим правде путь. Видишь, куда ж нам? О, обратно. Быстрое перемещение. Хорошо. Говорит туда, 400 метров. Сюда, Герильеро! А через ваш базу тут не пройти, по-моему, да? Угу. Это плохо. Только через улицу. Что такое? О, это они тут выбрали мне ресурсов. Прикольно. А как отсюда проще добраться-то? Машину придется сейчас вызвать и доехать будет быстрее. Транспорт скоро будет. Дай-ка я прокачусь. Я заберу тачку. Ласьента. Пошел ты! Тихо, депута! Сейчас задавлю чувак, будешь обзываться. Подрезал его. Куда под колеса бросаешься? Чуть не вмазался. А, ну как я здесь этих зачищал. Бичо, я на Вилле Марии. Ты тут? А, да, да, скоро буду. А там есть эти... Сатарус? Конечно. Это дом Марии, мать ее Маркесы. Да, конечно. Знаешь, я припозднюсь. Релаха ты. К твоему приходу никого уже не будет. Там снайп. Снайпер был где-то. Прясь. Шмяк. Спец нас. Ну, разумеется. Эй, узнай, что это было. Офицер. Блин, это гражданский. Где ты, сволочь, прячешься? Он был там! Там! Черт! Как ты задолбала? Получите!
горит. По-тихому хотел. Не хотят они по-тихому. Где они там включили сигнал? Следующий. Побегай. Попляши. Чё за тупик тут, не понял. Не похож это в укрытии. Оружие. Где? Прятался он под машле. Снайпер. Страница сценария. Где спрятался-то еще один последний гад? Вали! То ли наверху, то ли внизу бегает, не понимаю. Ты шут. Все, по-моему. Есть. Бичо, уже можно выходить. Орали, Дани! Встретимся у моей тачки и... Тебе нужна помощь? Си, с техникой. Тяжелая зараза. Так что нужно делать-то? Ай, он едет, он. Ждем его. Куда он там побежал-то? Дани, ты готов? Я готов. Вроде. Вот так. У Марии тут лучшее оборудование. Мы должны только включить его. Мы? Ты думаешь, Таля станет возиться с антенной, светом, колонками? Да не в жизнь. Ладно, ладно. Помогу. О, да! У меня есть Роуди, и мы запускаем радио Либертад! Я буду контролировать процесс отсюда. Вот засранец. Ну, я уже работал айтишником тут, получается. Взломал компьютер. Было такое дело. Чё так? Антенна включена. Постучал, включил. Классно.
Теперь я, значит, еще и техник. Угу. А еще диджей. Черт. Как тут у Маркессы все наворочено. Пичо, техника готова. Класс! Подходи к сцене на крыше. Мы тут такого замутили. Скоро все случится, Дани! Кохонос. Совсем как живой. А где Паоло Италия? Глядишь стрёмно. У меня всегда так. Каждый раз перед концертом. Наконец-то. Verdad sobre todo. 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 Концерт сейчас будет. Falla, porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, somos los yaranos. Tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya y verás un pueblo que arde metiendo la galla. Yo me estralla. Quiero que todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa. Este día llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando... Нахер Кастильо! Нахер Маркесу! Нахер Параисо! Рехотер Аламуэрте! Мы идем вперед, слышишь? Закончился. Опять микрофона!
хватит уже стрелять по мне. Он читерит, он меня видит. Ну да, он читер. Танк-читер. Подходите, подходите. Quiero que todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa este día. Llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando la lucha diario para todos. Nos escucha de guerrilla radio. Seguimos destruyendo y sacando al adversario. Yo falla. Porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla. Somos los llanos, tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya y verás un pueblo que arde metiéndole a galla. Yo me tralla, con rap aplasto tu tiranía. Esta rebeldía, pulso y la convierto en poesía. Máxima batanza va, de frente ya sangre fría. Masacrando a toda la gente que están vacía. Ay, destruyara la que va contra Castillo. Ay, destruyara. Dani, эти камни мерды спригнали танк. Ну, лечись ты уже. Готов уж там, по-моему. Libres los granos. Contra la injusticia. Abajo la dictadura. Yo quiero que todos salgamos con puños arriba. Respuestas definitivas, progresivas, sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando la lucha diario para todos. Nos escucha de guerrilla radio. Seguimos destruyendo y sacando al adversario. Yo falla, porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. Hey, canalla, como lo llenano, tú sabes que no se desmaya. Pasa la raya y verás un pueblo que arde metiéndole a galla. Yo me estralla con rap aplasto tu tiranía. Esta rebeldía. Seguramente es tu hermano, justifican sus sorpresas. Son los ciudadanos con guerrilla. Desterraremos la censura. Si quieren, salgan los del mundo. ¡Fontena! ¡Luca! ¡A pinga! Yara será libre de tu mente sin tortura. Sé que lo que merecen es un en la frente.
Nintendo está mal. Он тебя защитил. Quiero que todos salgamos con puños arriba. Quiero que todos apoyen esta iniciativa este día. Llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Патрон кончается. Ну. Он больше никого нет. Может, закончим шоу эффектно? Да, жги. Ну что, Яры, нравится? Максимус Матанцес будут жечь дальше. И ни Кастильо, ни Маркеса не смогут заткнуть нам рот. Очень странное задание. Очень странное задание у вас было. Давай еще, блин! Все, хватит! Да о чем ты, Пауло? Ты донесла мысль до Маркеса. Но тенемос мьеда михэнта нофалья. Из-за тебя у нее либертат мозга. Лучше в Америку сбежать, поджав хвост? Блин, Талия, там хоть можно пожить. О, да. Улыбаться Янке и сортиры чистить. А, и слышать от них, вали в свою страну. Мы не нужны им, Пауло. Мое место здесь, вместе с либертат. Либертат? Им нужны наши фанаты. Клари Гарсии насрать, кто ты? Я, Дани. Не ругайтесь. Теперь ты против либертат? Мы же столько пережили. Операция, твоя вот семья. Вот именно. Моя семья, не твоя. Мне не до войны. Когда все стихнет, моя жизнь сильно легче не станет. Не забыла? Я же транс посреди сраной Яры. Не делай вид, что знаешь, каково мне. Настоящие мужики не бегут. Суэрте. Ничего. Все будет норм. Не думаю, ми амиго. Эсперанца. Что нам хотят показать? Мистилием, у меня есть всего пара минут. Ну, начнем. Ты много времени проводишь с отцом? Он отличный учитель. А с мамой? Как класса до Тантерия Эсэста, Мария? Эсэлли стило американо. Насчет Вивиру. Это лекарство от рака спасает миллионы жизней во всех странах мира, кроме США. Мой отец очень болен. Американцы долго будут ждать? Ваш народ любит требовать то, что ему не принадлежит. Но ведь вы не хотите вести переговоры, даже о снятии блокады. Жаль вашего отца, но американцы подождут, как и все остальные. Вчера ваш канал и Яровидение взломали повстанцы. Они требовали освободить так называемых изгоев из трудовых лагерей. Так значит, Вивиро производят рабы? Правда или ложь? Правда, конечно. Рабство родилось не в Яре. Америка наживалась на нем. Больше полувека вы продавали за рубеж хлопок. Кто его растил? Постойте. Рабы. 4 миллиона рабов стоимостью 3,5 миллиарда долларов. Такие, как я, были вашим главным активом. Как это назвать? Уроком истории? Первым шагом. Вторым стала тюремная индустрия.
где люди работают за гроши. Не только в Америке. Верно. Дети шьют одежду и собирают смартфоны, а Вивиру спасает людей. И спасенным все равно, как делают препарат. Сантос Эспиноса убил вашего отца в ходе революции 67-го. Вы попали в плен в 13 лет, столько же сейчас Диего. Вы учились сами? Меня всему научила моя мать. Вы 15 лет работали на табачной плантации. Говорят, вы до сих пор храните нож. Когда Яра станет раем, и я предоставлю Вивиру американцам, мои методы, ваши вопросы будут неважны. На этом все? Вашему отцу. Будешь отдуваться за Паулу? У нас тут полно работы. Загрузился, почему-то получается темно стало. Куда нам по карте получается? По заданию, вернее, не по карте, по заданию у нас 7, 9, 8, 9, 9, те нам не нужны. Да, давай. Поговорим. Дани, нужна твоя магия смерти. Магия смерти, говоришь? Ну, давай, посмотрим. Паулу больше нет рядом, но меня так просто не заткнуть. Мы с тобой устроим Марии Маркесе реальную войну. Как же долго я этого ждала. Сначала она нас запретила. Потом меня утащили на промывку мозгов. Пытались заткнуть мне рот. Короче, Дани, пора преподать ей урок цензуры. Ее пропаганда, билборды, реклама и даже сраный завод. Все будет уничтожено. Мы оставим Маркесу ни с чем. Когда мы закончим, у нее не останется ни песо. Ее гребаная машина пропаганды забрала наш голос, и у нас осталось одно. Пули. Пули, так пули, давай. Принять занятие. Занятие принять. Быстрое перемещение доступно куда? Далеко. Отсюда, либо отсюда. Ну, тут прямо, наверное, проще так будет лететь. Оттуда тоже не далеко, отовсюду, в общем. Давай, попробуем слетать. Ой, я забыл карту, на карте поставить метку. Давай, shift, shift. Крыло. Дани! Дани! Мой лучший друг! Мой поросеночек! Чего? Ты! Я! Секунда! Главная площадь! Выпьем! Сейчас! Похоже, ты уже начал. Ну что же, ну прекрати! Конер, подойду как смогу. Притормози там, бичу. Бутылочный эпизод. Эй, вот фотка грузовиков с пропагандой Маркесы. Прости, что приходится смотреть на ее рожу. Еще одна причина разобраться с ними. С первого дня, как Кастильо пришел к власти, я слушаю ее пропаганду. Достало. Разнеси их, Дани. Я думал, что ветер меня сносит, а это я просто смотрю в бок. Либо плохо, туда, либо туда. Повстанцам не помочь. Ну, так я на базу прилетаю. Где здесь тут? А, у вас тут вон что. Вон что у вас тут. Понятно, сейчас мы его уничтожим. Делов. Там где-то у вас должен быть плутоний, уран. В общем, ядерные отходы какие-то. Где-то здесь. Открыть. А, так вот. Понятненько. Так, карта. Что нам на этой карте теперь доступно?
Новенькое что-нибудь появилось? Ну вот оно единственное. Вот это появилось. Зенитное оружие бета. Долететь до него, уничтожить. Тут мы еще не были. Тут вот раз, два. Это ловушка для туристов какая-то. Тут еще одно задание. Ну и больше нет. Ладно. На патику надо проникнуть туда. Где она? Вверху. Снайпер. Снайпер на посту. Готов. Плохо. Он дымится, он должен лететь, по идее. Не хочет, смотри, я в него три раз попал. Да перелезь ты. Не надо меня засекать. Унесут тут самолет встал. Что? Не девай, враг где-то рядом. Готов. Найти бы у вас тут патронов. Кто это там меня ищет уже? Добегалось. А, наверху, наверное, скорее всего. А, открывается. Ну, больше ничего интересного нет. О, два патрона есть. Отлично. Ты чё такой жёлт-то? Ну засранец, я по нему два раза попал. А ему хоть бухнет. Патронов у нас маловато. Двойнушки. Так, кустам они меня не видят, это хорошо. Я понимаю, тут снайпер должен где-то погони быть. Погони нет. Снайпер. Готов. Еще один готов. Беги отсюда. Беги, беги отсюда.
очередное. Глаза разуй. Ну, а ты своя. Como está? Вижу я тебя. Нефиг тут. Добегались. Кто там еще? Ночью лазю тут, кого-то убиваю. Тут кто-то есть. Куда мне вообще бежать-то? Ну правильно, вроде бежал. Грузовики, билборды Марии. Блин, за борт не перелезть через него. Не могу перелезть. Колючая проволока. С кем добавить-то? Залез называется. Хрен вылезешь отсюда. Вот то, что они респавнятся, я их только что убивал тут всех, откуда они появляются? В сорвяку не попал прям. Дай пролезть-то. Не горит какой-то, не горючий самолет. А кто у вас тут? Эх, звание тебя не спасет. Готовенько. Готовенько. Дальше идем. Живо, бегите! От кого там убегаешь? Бежи! Вот плакат очередной. Разукрасить надо. Так вам, твари. Прям промеж глаз. Угу. Интересно у вас тут. Новен Тармас. Что это? Завод Марии. Тут делают ром. Ну, пошумим. О, ром. А ром я люблю. Так. Ну кто здесь? Так. Выходи. Осторожно. Ну, осторожно, да. Сейчас мы тут всех перестреляем по-тихому. Где у вас тут? Кто есть-то? Ну, куда посмотрим. Огнемет. Они все наверху. Хитрец. Готов. Кто следующий? Огнеметчик. Так, капитан их не убил.
что-то вас, по-моему, многовато. Давайте выходить. Тут... Подмоги не ждите. Чуть не запалил меня. Ты какой? Сейчас будет кого? Готов. Не скупал. Это плохо. Эти все вот, или убить их всех, проще перебить всех, и будет мое все. Блин, не открывается дверь, и это плохо, что дверь у вас не открывается, не все, вернее, открываются. Не хочу Рому уничтожать, блин. Не, я сейчас всех перебью просто таких. Я думаю, захвачу так. Здесь вот есть. А сигналка? Сигналка. Надо сигналку уничтожить. Блин, сейчас начну уничтожать, начнут нападать. Ром все-таки надо уничтожать. Да ё-моё. Диос, паршивый Ром. Почему паршивый? Бабах! Ром-то хороший. Как приятно. Почти терапия. Терапия. Наверху, там, внизу, вон одна. Ну ты ж ты сам себя, что ты хоть немощный такой. Потушить даже сам себя не может. Как его залезть-то? Последнее. Наверху. Что за фигня? Как тут залезть-то? А, точно. Точно вот так вот. В смысле? Чё, я промазал? А, она, то есть, она сблизи, то есть мажет. Оружие это вблизи просто не засчитывает выстрела. На сквозную простреливается. Косяк. Ну, вылези. Это не все еще, во-первых. Где-то еще есть.
А где-то может быть еще? Очень странно. Я вроде все нашел. Те, которые мне давали. Бочки, что ли? Наверное, бочки. Это за тебя, Талия. То есть ящики нужно сажать. Завод Марии уничтожен. Она больше не сможет грабить народ. Себе не отказывай. Ограничусь пушками. Хочу, чтобы Мария увидела. Напомню тебе о грядущей смерти. А где эти ваши билборды-то? Задание такое довольно-таки обширное. Как тебе такая цензура, Маркеса? Большие вывески, в общем, ее надо уничтожать. Опасно. Добегаешь у меня. Что, повоюем? Да попади ты уже. Ну ты говна кусок. Куда побежал? Ну где мне искать? Где мне искать? Ой. Ты чё стреляешь-то? Ну то есть я в точку доставки, если отправлю, то он будет доступен. Вон билборд, я вижу. Каково это быть бывшей? Этот не дам тоже. Еще парочку не найти. Куда мы едем вообще? Не туда. Давай туда в обратную.
хотел по мне стрелять, гаденыш. Радио Вердант. Бьющееся сердце Ярда. Так, он похож вот тот. Хотя нет, он большой какой-то слишком. Бля. Так, нет, это то, что надо. Сейчас. Не горит, кстати. Иначе не то. Машина разваливается. Где ваш грибборд? Давайте уже. Вот один такой есть похожий. Да, он самый. Сейчас посмотрим, сколько процентов будет у нас. Девяносто. Один остался, видимо, найти. 75. А, нет, 2. Там уж 15, да. Ну, вот тот плакат, видимо, не тот, который нам нужен, скорее всего. А у меня патроны кончились. Ага, фиг вам. Убежал. Блин, не тот плакат. А мне нечем держать. Ну-ка, мужики, дайте-ка я покатаюсь на машине. Одни поклоняются Иди, воину, что живет в Л8. Атма. Слышу. Ну а вот что за плакат был. Стрелялся, гад. А чё назад ты сел? Ну, туши огонь, туши, туши, туши. А, потушил, точно. Красиво. Выпрыгнул. Ладно, сейчас где-нибудь найдем поближе. Потому что искать вот это вот плакаты, ваше задание без конкретной цели. Ищи по всей карте, свищи, блин. Самое, наверное, бестолковое задание, которое здесь есть в игре. Искать ваши плакаты. Кто там? Вот она. Её нашел. Наконец-то. Куда нам теперь идти? А нам идти теперь сюда. Нет. По заданию у нас что там? 7, 9, 8. Сюда. Туда. Метку нам сюда поставь. Можно долететь, но, наверное, проще будет добежать. Или вызвать машину. Грузовик, мерда! Лошадка, где тут? Поехали. Лошадь шерифа, моя теперь.
А, я в Инспиранску вернулся, получается, да. Прикольно, прикольно. Какой-то здесь у вас. Во-во-во-во-во. КПП в Инспирансе. Надо захватить срочно. Пошли-ка. КПП, осторожно. Куда там побежал-то? Стоямба. Пленных не брать! Не беру пленных. Не нужны. Таскать еще с собой. Где ты там? Грузовик освободил. Плакат нужно найти и уничтожить. Плакат. Не вижу. Гоните опасные мысли. Они могут изменить вашу жизнь. Ваши скепки. Угу. А где у вас тут? Вот он, порох. О, не, не порох, это Рад 4, крыса 4 какая-то. Металл. Все, захватил. Что у вас тут осталось забрать? 300 метров. Лошадь, вот она есть, пошли на лошади. Доедем уж. Эй, подойди. Лос Бандидос. Теперь Кастильо не провезет их припасы. Молодцом. Не бойся, не обижу. Вертолет даже есть, доступен. Классно. Вперед! Этот статус, что ли, уничтожит? Далее. Я у статуи. Пули тут не помогут. Мне нужно каким-то образом ее взорвать. Придется пошевелить мозгами. Танк. Да фиг ты, по-моему, попадешь. Всего лишь танк убил. А, смотри, ему пофиг вообще. А, не убил все-таки, а ему пофиг. Хотелось танка убить. Не получилось. А вот танк стоит. Надеюсь, тут никого нет. Так, танк не трогает, это мой. Это мой. Это кто? Вон там это, он постреляет мне еще. Пора в танк залазить. Следующий.
Надоел бегать. Ранг повышенный, 12 левел. Ну что, подеремся, да? Катались. Так, это повстанец, извини, нечаянно, не хотел. Давай, давай, газовой. Анкетка прикольная. Бегай у меня там еще. Живой. Ну все. Куда нам нужно теперь? По заданию. По заданию. Девятый. Ну, наверное, вот этого надо теперь нам. Шестого. Который. Можно телепортнуть сразу сюда, нельзя. Разыскивать меня. А там кто газует, нормально газует, мне нравится. Чуваки, он там пригнал, хотите покататься? Можете покататься, я вам отдам. Да, катайся вот к танку, пожалуйста. А я пошел, мне туда надо. Спасибо, что смотрели, всем удачи, всем пока. So strong.